Halleluja, das ist gut. Halleluja, Боже. Господь, во имя Иисуса Христа, я молюсь сейчас за это место и благодарю Тебя, Боже, что Ты прямо сейчас Святым Духом прикасаешься к этим людям во имя Иисуса Христа. И я, дьявол, говорю Тебе, выйди вон во имя Иисуса с каждого человека, который одержим грехом. И я молюсь, Святой Дух, чтобы Ты использовал мои уста. Я делаю шаг назад, Господь, и я молюсь, чтобы Ты говорил через меня, потому что никто не будет оправдан. Все слышат это слово, и я говорю, что Иисус Христос – ответ. Я говорю на этом месте, если тебя тревожат наркотики, если тебя предали, если ты блудишь, если ты наркоман, преступник, если ты обманываешь, живешь в алчности, если ты осуждаешь людей, если ты не живешь по Слову Божьему, Библия говорит, что ты идешь в ад. Для этого нужно осознать, что каждый человек согрешил, и лишен славы Божьей. Я на этом месте свидетельствую. Народ, который оставил Бога, народ, который не уделяет время Библии, народ, который не думает о Христе, идет в ад. Я хочу тебе сказать правду, мой друг. Если сегодня Иисус Христос придет ночью, ты пойдешь в ад. Если ты Его не исповедаешь, как единственного Бога, как единственного Спасителя, как единственного, кому можно поклоняться. Если ты сегодня суетишься, если ты сегодня в ночных клубах, если ты сегодня с проститутками, если ты сегодня с наркоманами, если ты сегодня живешь для себя, если ты сегодня живешь так, как ты считаешь нужным, запомни, ад тебе уготован. Иисус Христос говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Через Меня, Иисус говорит, все приходят к Богу. Не через Кришну, не через Раму, не через Магомеда. Иисус Христос – ответ. Единственное, Он ждет, пока ты поклонишься Ему. Ни своему ребенку, ни своему эго, ни своим деньгам, ради чего ты живешь, но Богу, единственному Богу, которого ты оставил, и потом не будет тебе оправдания. Если ты сегодня не примиришься с Богом – ад! Запомни это слово, которое я здесь, на этом месте говорю. Написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Иисус Христос – ответ. Иисус Христос – ответ на болезни. Иисус Христос умер на Голгофском кресте. Иисус Христос умер позорной смертью. Иисус Христос – ответ на твои нужды. Иисус Христос умирал лично за тебя на кресте. Я молюсь сейчас, Господь. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Святой Дух, арестуй этих людей для Царства Небесного. Я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы Ты, Господь, прямо сейчас шел по этим местам, заходил в бары, заходил в ночные клубы и делал свою ревизию, Господь. Я молюсь, чтобы Ты освободил из всякого плена. Если у тебя сегодня плен, если тебя предали, если у тебя разочарование, если ты потерялся в жизни, знай, Иисус Христос – ответ на все твои нужды. Я тоже страдал, меня предавали женщины, я употреблял наркотики, я был преступником, я пришел к Богу и устал от этого обмана, от этого театра. Весь мир – театр, мир – театр, тебя никто не любит, кроме матери, тебя никто не любит, кроме Бога. На самом деле все эгоисты, на самом деле все хотят своего. Я устал от этой лжи. Если ты устал от лжи, скажи: Бог, я устал от этой лжи в этом мире. Я хочу правды, я хочу добра, я хочу свежего отношения с Тобой, Господь. Я запутался, я живу в блуде, я сплю с женщинами, я живу нелегально, незаконно, так как Ты не учишь, Господь. Я живу в проклятиях, мои дети болеют. Если у тебя сегодня проблемы, знай, Бог стучится в твои двери. Бог стучится к тебе, Иисус Христос стучится к тебе и говорит: отдай свою жизнь мне. Во имя Иисуса Христа, Господь, я благословляю Варшаву. Я благословляю ваши семьи, ваши дома. Именем Иисуса Христа я благословляю вас. Именем Иисуса Христа я благословляю ваши дома, семьи. Пусть Бог защитит вас от всякого зла. Пусть Бог сохранит вас. Бог сохранит вас. Вы живете по милости. Бог живет в вас, если вы примиритесь с Ним. Я молюсь, Господь, чтобы Ты Духом Святым на этом месте прикоснулся к каждому человеку. Чтобы Ты, Боже,
своей силой прикоснулся к больным, к израненным душам. Куда ты сегодня идешь, задай себе вопрос, если у тебя время для Библии. Если ты не читаешь Библию, никакого Бога ты не знаешь. Ты просто ходишь в церковь. Для чего? Ты лично не знаком с Богом, так как ты лично знаком со своим ребенком. Ты ему уделяешь время. Если ты не уделяешь время Богу, ты идешь в ад. Запомни это послание. Бог ревнитель. Бог номер один в этой жизни. И если ты не уделяешь время изучению Библии, если ты осуетился и живешь для себя, ад тобой уготован. Ад ждет тебя. И я прошу тебя, Господь, прикоснись к умам этих людей. Во имя Иисуса Христа прикоснись к ним, Святой Дух. Прикоснись и обличи во грехе. И я благословляю каждого человека, который служит мое послание. Я благословляю и говорю, Иисус Христос ответ. Иисус Христос Царь и Бог. Иисус Христос ждет тебя. Не живи так, как ты считаешь нужным. Читай Библию. Прикоснись, Господь, каждому человеку. На этом месте во имя Иисуса Христа. Прикоснись, Господи, сохрани каждого от зла. Я благословляю ваши семьи, я благословляю ваши дома. У нас костёл на Каспяка 24. Запрошаем и на боженство. Каспяка 24. Пастор Артур Чиронский. И я вам говорю, Бог любит вас. Бог ждет вас. Остановись, задумайся, куда ты сегодня идешь. Что в твоей жизни происходит? Если ты устал, обратись к Богу. Обратись к Иисусу Христу. И я благословляю ваши дома, я благословляю ваши семьи, я благословляю ваши дела, я благословляю вас именем Иисуса Христа. Бог во Христе Иисусе применил и примирил мир. Иисус Христос умер за вас на Голгофском кресте. Иисус Христос умер на Голгофском кресте и воскрес. Наша Пасха, Иисус Христос, ни калачи, ни яйца. Иисус Христос живой, наша Пасха. И пусть Бог сейчас прикоснется к вам. Пусть Бог к вам прикоснется сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.